Трикс-писи, три-три-три-писи. Одна из моих любимейших лап. Привет, YouTube. Максим, привет тебе. Пора покушать, время обед. Я опять захотел ее. Одну из самых моих любимых лап. 3x-писи. Ну, блин, фишка в том, что вода закипает. Вот там фишка. Фишка в том, что... Мне как-то стыдно без тебя ее есть почему-то, потому что, наверное, дорогая сильно. Но, на заметку, я, блин, что я вот сам все время ищу? Озоны, Валбери, Яндекс.Маркеты. Что, сам не можешь, что ли, найти? Нет, сорян. Все время эти скриншоты тебе приходится вставлять, втыкать и приклеивать. Сегодня я хочу что-то хоть как-то разнообразить методом таким. Мы сделаем типа хоть маленько похоже на рамен или рамен или рамен. Пожарим с тобой колбаски маленько и яичко. Обязательно в рамене должно присутствовать. И уже покладем в готовую лапшу вот это все дело. Я давеча смотрел Грилькова. Леха, привет. Вдруг увидит. Передайте кто-нибудь от Макса Грилькова привет. Сибирь передает ему. Ну, мне надо это. Ему 3x-писи горько было. Ну, реально горько. Он говорит, не то, что остро, а горько. Она, короче, она не остро, она горькая, капец просто. Горько! Горько! С Натахой кричим им. Но, не знаю, мне не горько, мне вкусно. Так, не сюда приехал. Вот таскаешь тебя на своем горбу все время, а ты тяжелый же, ё-моё. Сначала мы к варке подготовим лапшу. Как прежде она выглядит, самян, тут халяль, корея, тут бульдак, но маленько по-другому, нудлис, пакунти, стерпоры, пулит, экспириенс. Новый экспириенс, короче говоря. Вот такая сочная, кстати, рекомендую, более-менее по цене, и она... Цена-качество более-менее. Кстати, вот здесь можешь прочитать, тут подробная инструкция со всеми калориями. Вот изучай, что тебе интересно. Лапша быстрого приготовления, терпоростопыру очень сильно, ультра-убер-мелко мне. Калорий я там не вижу, зато вижу здесь 280-560 по традиции. Теперь, товарищи, ценность пропала у лапши. Она появилась везде, купить ее везде можно, на всех плеймаркетах. Так, нори кунжут и самый волшебный пакет. Перемещаемся. Сюда, сюдым, тудым, сюдым. Я включил опять печь, либо нам возваривать пора с тобой. Это мы с тобой себе готовим этот обед. Обед. На средний огонь поставлю. А сюда же я капаю вот остатки масла. Тут капелька, капелька вообще осталось масла. Нам много не надо. Нам тупо, чтобы не горело. И включаем ту плиту. Ту плиту. Вот лайфхак тебе, кстати говоря. Можешь взять так, этим пакетиком размазать вот так маленько. А что, так можно было, что ли? А тут у нас вариться будет и париться, и жариться, и париться, и жариться. Сейчас вместе у нас все будет. Сначала что? Сначала, что ты, блин, туда-сюда бегаешь, я не успеваю за тобой. Сначала мы берем якута и отрежем энное количество колбаски. Сочный. Вообще, это ветчина прям написано, но я, конечно, не сильно доверяю тому, что там написано. Вот, 4 кусочка вот так сделаем. 2. Два мне, два Любовь Геннадьевна. А, ей нельзя эту лапшу. Я забыл. ЛГ эту лапшу категорически нельзя. Она давление подымает сильно прям. Тут мы обязаны дать подышать лапше. Перевернуть маленько и вот так дать подышать. Капельку самую прям на донышке оставим. Капельку. Две ложки воды оставим прям. Чтобы вообще практически это. Чтобы пригорело, так пригорело. А сюда укладываем колбасу. Вот так размажем масло. Этот ее вообще прям капелька там. И сначала обжариваем колбасу, а потом яйцо. Колбаса сейчас жир вытопит и даст нам больше жира. У нас масла нету, мы совсем обнищали с тобой. И параллельно мы будем, блин, что за с языком? Простите. Заплетак языкается. Будем готовить. 3-5-7 минут на любителя. Я 7 минут блублу, чтобы это. Здесь мы по традиции сейчас с тобой вот так ценнейший пакетик опустим в кипяток. И видишь, со стенок все слилось. Он чистейший стал. Вытекет весь. И будем пока открывать с тобой пакетосы. Кунжут и нори. Тут хлопья написано. Флейк. Ну, понятно, какие хлопья. Кунжут и нори. А там у нас уже шкварчит колбасонька, колбасонька, колбасунька, колбасисись. Сисечка. Тут что? Там яйцо лежит, которое нам понадобится. Доску мы убираем, она нам не нужна. Вот оно, яйцо. Тарелку не приготовил, мать. Вот такую самую ценную. Видишь, даже вот на глине выступает, хотел сказать, плесень, не плесень.
Так, на шестерку включу сейчас. Я сильно хочу зажарить колбасу, чтобы как на гриле было, как у Грилькова, ё-моё. Что его так это? Так. Так, все, мне нравится консистенция лапши. И перемещаемся в другую базу. Тут сливаем ему воду. Почти всю. Сколько там осталось воды? Мне это даже много еще маленько уберу. Почти солью вообще всю. Тут шкварчит, жарится само по себе все. Ставим обратно, прямо на уголок. Выключаем совсем плиту. И выливаем сюда соус, пытаясь выдавить до последней капли все. Это самое бесценное, что в этом паке есть. И по инструкции 30 секунд надо протушить ее. Водички маленько ставим, чтобы больше стало соуса, чтобы он растворился там. Вот так это выглядит у нас все. По башке себе стучи, блин. Вот так можно накрыть, чтобы она протушилась сама в себе там. Самой собой. А тут колбасенька у нас поспевает. Сейчас посмотрим. О, ожоги третьей степени. Ну, даже недостаточно мало это. Видишь, где масла мало было, она не жарится, а пригорать пытается. А тут у нас, вот тут, куда смотришь там, блин, все время. Ему показываешь туда, он туда смотрит. Что у тебя с глазами, чувак? Зажариваем очень хорошо прям колбасу. Ветчину, не побоюсь этого слова, ебаю. Перфекционист, я люблю, чтобы все красиво и идеально было. Это меня во мне бесит. Так, лапша практически готова. Все, да как практически? Она готова. Все, она протушилась. Тут огня не было, я тебе напоминаю. Выключенная плита, а то, блин, еще пожаришь лапшу себе еще раз. Она и так жареная, ты еще раз пожаришь ее. Первая часть у нас готова. Вот, осталась колбасенька. И конечная точка нашего рецепта — это яйцо. Шедевр природы. Что первое появилось, яйцо или курица? Если яйцо, то его кто-то снес, а если курица, то она из яйца вылупилась. Так что, что же первое появилось? Так, ну я думаю, тут нормально все. Вот так у нас выглядит тут пока что. Еще не законченный эскиз. Пока что эскиз. Я надеюсь, без масла оно не прилипнет у нас, иначе все печально будет. Будем надеяться, что не прилипнет. Попробуем оторвать его потом. Зачем ты сейчас его трогаешь руками своими? Это руки шаловливые, ё-моё. Куда я, блин, это? В карман покласть надо руку. О, видишь, я как красиво сделал, пока ты не смотрел, пока не видел. Я люблю восьмятку, и чем ты меньше будешь жарить белок, тем он ценнее останется, то есть восьмятку. А желток, он вообще полезный, если восьмятку он. Солить ничем не буду. Многорукий Макс. Вот так это выглядит. Вот такое рамен. С русской колбасой, ветчиной. Последний штрих остался. Все, теперь точно рамен. До этого ра было, сейчас рамен стал. Вот такое раменище. Рамен! Вот это рамен, я понимаю, так рамен. У меня знаешь, что есть? Вот такой бородинский хлебец есть. Плиту что не выключил там? Тут, блин, от тебя пользы как это. Ценность упала, говорю, лапши этой. Потому что ее теперь везде можно найти. Вот так сгоняем сюда. Желток. Всем, кто кушает, полезного аппетита. И сначала я хочу капсаицина вкусить сразу. Я даже когда не голодный, когда я про бульдак думаю, у меня сразу слюней полный рот. Без воды. Фантастическое блюдо. Вот с яйцом. Вот прям яйцо. По калориям это достаточно нажорится получается. Лапша не самая маленькая. И яйцо, и колбасы килограмм. Вот делали бы бульдак у нас, ё-моё. И стоил бы он, блин, 30 рублей, я бы его каждый день ел. Ты что, с ума сошел? Так, 30 рублей, это 10 дней, 300, 600, 900 рублей. Да, я бы каждый день ел тогда, 1000 в месяц где-то. Нет, 2, потому что 2 раза ел бы. Яйцо пресное, колбаска соленая, просто это... Во, и колбаса тут, и яйцо, и лапша. Если бы у меня, как у Альфа, 7 желудков было, я бы ел вот это. И как у Цукерберга денег, блин. Не знаю, мне она не горькая, она острая, но... И она вкусная, сильно... Очень сильно вкусная.
Вот ее ешь, и все равно ее хочешь. Вот ешь, и хочешь ее есть, не мою. Такая она вкусная. Любимейшая лапша, наверное, моя. Тут не то, что пальчики облезешь, тут, блин, вилку проглотишь нафиг. Я надеюсь, у тебя тоже там булдак есть. Блин, так вкусно, что офигеть. Она еще к тому же и халяй. Ну это вообще ни в какие... В какие ворота? Колбаска в соусе бульдак. Я разорился тут, ребятки, и купил те, которые нашел, соусы бульдак. Будем с тобой делать из простой лапши, из обычной бульдак. Очень дорогой соус. Ценник такой, почти конский. Вот не знаю, одну колбасу теперь куда девать. Потому что это много уже, я прям наелся. К сожалению, кончилось. Ничто не вечно под луной. Даже самый вкуснейший бульдак имеет свойство закончиться. Это печально. Но у меня его много. Буду кормить тебя его, буду кормить тебя им до тех пор, пока не выстрелит хоть один видос. Блин. Надо лайкать, комментарии писать. Мне это не надо. Чего, блядь? Не, комментарии надо, мне приятно читать. А лайки нужны Ютубу, он видит, о, тыкают. Значит, людям нравится, значит, выше поднять в поиске надо. О, слеза даже появилась. Это редкость уже, потому что давно не ел уже. Дня два. Что, ребятки, можно сказать, резюмируя? Сколько тут можно уже резюмировать вам? Сколько повторять, что это one love вообще в моей жизни? Это первая любовь, единственная. Food любовь. Первая любовь, Любовь Геннадьевна, любовь в моей жизни. Вторая это лапша. А, третья вы все там. У вас там много. Вас мне любить долго придется. Но кроме шуток, товарищи едоки, очень, это безупречная лапша. Она без изъянов практически. Да не практически, там нет изъянов. Ха! В цене изъян. 200, 300, 400 рублей, это, конечно, тебе не... Понятно. А на американском сайте, где ее продают, больше 3000 она. Плюс 7000 доставка. Я чуть не лоханулся тогда, когда. Тогда, когда. Ее не было никогда. Я тогда, когда хотел купить ее тебе. За 3000 хотел скрутить, но вовремя увидел, что там еще не спрятали сумму доставки. Она 7000 с Америки до России. У вас совесть есть, Америка? Ну нет, конечно. Ну, конечно, нет. Откуда у вас? Бидон! Не, он меня так далеко не услышит. Очень люблю эту лапшу. Просто это целое блюдо. Это искусство, а не блюдо. Это райское наслаждение. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро Максим в гости жди. Береги себя и своих близких. Здоровья всем сибирского. От сибиряка из Сибири. Сайонара. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.